Итак, здорово, пацаны. Сегодня у нас будет краш-тест динамиков. Вот такие динамики никогда не берите. Это динамики с Самсунга плана. Маленького телевизора. 18 дюймов. Никогда не берите такие динамики. Это самое то дерьмо еще в этом мире. Все потому, что они даже не выдерживают влагу. Потому что они полежали в водичке. В телевизоре. Поэтому они... У них расползлась катушка, и она клинит теперь. Да. Вот такая вот ирония. В принципе, более-менее нормальный динамик, но... Но он пердит. Да, ребят, он пердит, поэтому мы его будем сжечь. И то он еще не хрустит. Во-во-во. Слышите, а все почему? А потому что расползлась катушка, она слезла с каркаса с бумажного. Итак, давайте с вами расслоим катушку. Снимем пылезащитный колпачок. И посмотрим, что же у нас внутри. Убираем громкость, давайте будем этот динамик с вами насиловать. О, уже палёненьким запахло. И делаем максимум. Опа. Так, давайте еще раз. И все, пацаны. Что у нас? Так, отрубаем. Что у нас по динамику? А ничего, он у нас тупо заклинил. Так, так вот берем и рвем. А что ж у нас? Вот она, как я и говорил, катушку тупо размотала. Вот она. И больше ничего. Интересного. Это мы откладываем, это нам больше не надо. Кстати, смотрите, здесь вот эта штучка, она интересная такая, резиновая. Может, это я и оставлю, кстати, да. Ее я оставлю, мало ли где отпадет эта штука, вот у меня будет. Так, ну что ж, приступаем к следующему динамику. Thank you.
Так, и что же случилось-то? А случилось у нас вот что. У нас тупо катушку расфигарило. Дымок идет. И что ж, давайте вскроем наш динамик. Смотрите, как его разорвало басом. Так, давайте откроем его. Так, извинись за кадр неподходящий. Да. Ну что, бывает. Давайте я вот так вот поставлю. Вы будете наблюдать всю картину. Нам попался с вами. И вот наша катушка. Ее опять размотала. И что ж случилось-то? У нас тупо оторвался провод. Да, краш-тест вышел не очень эпичный. Но все же. Но все же я ради вас готов спалить вот такой вот динамик. Он мне не нужен. У меня есть более хорошие экземпляры. Поэтому давайте его с вами тоже спалим. У меня есть более хороший экземпляр, но в более плохом состоянии. Поэтому я возьму клемку от него, поставлю на другой. Тупо не хватает клемма. Во-вторых, качество звука у него так себе. Мне не очень нравится. Я не любитель средних частот и не иметь низкие ни хода, ни хрена. Поэтому включаем динамик. Here's another smoking egg. Так, и что, начинаем. Давайте на треки, которые чуть пониже. Ну, например, давайте с вами вот на таком. Я буду постепенно добавлять. Опа! Нифига себе! Катушку тут просто размотало. Как я обожаю вот такой дымок. О, да. Динамик стерилизовать GVC. Но он мне не понравился. Поэтому еще дым делаю. Что себе какой дымучий динамик попался. А пыхнул-то как, а? Я понял, в чем проблема.
У него просто-напросто тяжелая подвижка. Видите, как она... Давай, рвись, дрянь. Давай. Так. Вот она, наша катушка. И все. Больше там никакой нету. А хотя не, смотрите-ка, есть немножко там что-то завалялось. А, не, не катушка уже. Ну вот, вот такое вот у нас с вами было видео. Подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. С вами был Мега Бас. Всем пока.